Идущие на профит. Приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Не забываем, конечно же, нажимать, дожимать и прожимать. 18 апреля сегодня. Давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Ну, с момента последнего обзора. Вот такой вот фибу я растянул. 0 в хаях, вот в этих. 0 минус, точнее, 0.5, 0.618 внизу, вот у этого лоя. И минус 0.5, 0.618 хай. Предположил, что это возможный хай. У нас сейчас, ну, в принципе, так примерно и выходит. Ну, по сути, у нас вот здесь вот такой вот зажим. К этому зажиму там раз касание, два касания, по идее, три касания. Кульминация, ну, и должно это все скатиться вот примерно вот так вот. Сейчас вниз все. То есть, по сути, за эти дни ничего не изменилось. Вот как я уходил, сколько было денег-то, сколько у нас... 29 900 13, 12 апреля. Ну, так у нас 29 500 сейчас. 18 апреля. В общем, как минимум, в эту зону я жду. Может, тут понятно будет попытка еще всплеска наторговаться, но все равно цель. Вот, начало зажима. Что тут еще сказать? Глобально. Ну, опять же, за 7 дней, или сколько там, 12 отсутствовал, 6 дней, да, получается. За 6 дней глобального перелива объемов не было ни на одной бирже. Я вот сейчас посмотрел, поскроллил. Ну, такого же перелива объема. То есть, ничего сверхъестественного не случилось. То есть, булрана еще не началось. Вот как здесь вот, оп, перелив объемов, все, пошли в рост. О, господи, передвинул. Здесь, оп, перелив объемов сюда вот, все, пошли в рост. Здесь перелива объемов не было. Пока этого перелива нету, о каком-то старте булрана говорить рано. Я считаю, что все скоманется еще. Поэтому сижу в кэше. Ну, сейчас все, внимание на CP500. То есть, вот я рисовал такую штуку у себя в профиле. Но, в принципе, пока что не пошли отрисовывать новые хаи. Я думаю, что будет, ну, приличное падение. Ну вот, примерно как тут. В общем, пока так. Почитаем комментарии, что тут оставили. Так, благодарю за прогноз. Я уже переживать начал. Так, по эфириуму зажим 15 минут. Отлично, второй день без инфы. От тебя уже ломка. Как думаешь, что будет в субботу? В субботу будет баня. Будет дубовый веник и березовый. То есть, все будет хорошо. Спасибо. Говорят, что если шортить булран, это чревато отключением света и задержкой выхода в роликов на ютубе. Но я слухом не верю. А ты молодец, маркетмейкеры не молодец. Веселый был аналитик, жаль. Ну что там по биткоину и криптовалютам? Где пропал? Мобилизацию вроде не объявляли. Все, прошел курс молодого бойца. Сейчас вот в окопе выдали планшет, с него сейчас записываю ролик. Если дадут приказ наступать, извините, наверное, роликов несколько дней не будет. Габриэль, что случилось? Два дня тебя нету. Еще один косвенный признак вспомнил. Указочное пробитие последней полки вверх. О, господи, много буков. Это же 100% сигнал, что работка доминации будет вверх. Получаем либо мегадамп эфир, либо памп битка. Артем, не подскажешь синусоиду? Сам рисовал или индюшка? Если синусоиду, я сам рисовал. А посмотрим, у меня шорт. Ой, не зацепило. Что ты имел в виду под эшелонами у альтов? Ну, типа, первый эшелон. Это биткоин. Ой, господи. BNB, эфириум, лайткоин. Хотя вот лайткоин, не знаю, уже сложно сказать. Вот, там второй эшелон идет. Это всякие дефи, типа PancakeSwap и так далее. Ну и третий это щиток футбольный, например. Два дня нету. Похоже, смыло гэмблер. Походу гэмблер... Короче, очень интересная теория. Посмотрим, а нету суши. Там голова и плечи накопления. Кстати, суши посмотрю. В свое время был интересный актив. Сейчас очень давно не смотрел. Вообще его не делиснули ли? Пам-пам-пам. Ну, вообще, все альты как бы выглядят. А-ля дамп. Очень длинное накопление. Я бы спровоцировал, короче, что-нибудь вот такое вот. И только потом. Не знаю. Я стою слишком предвзят. К счастью или к сожалению. Сидеть мне без позиции, похоже на булране. Не дождусь. У меня очень сильный посттравматический синдром. Потому что всю эту херню я видел вот здесь вот. Тоже.
вот если вот так вот сделать, да, накопление и просто, ну, вот тут вот раз, накапливаясь, 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 причем очень долго. Этот диапазон у нас длился аж, сколько, 90 дней. Ну, хотя не очень долго, сейчас у нас 200 дней прошло. И все это слилось ниже еще. То есть перед ростом, даже вот на суше, если посмотреть вот в этот блок, накопление с оттяжкой и пошли вверх. Тут у нас накопление без оттяжки. Ну да, я, наверное, слишком предвзят, не знаю. Поберегу свои деньги. Так, фрилансер из Албании, не стоит смотреть Long Short. Фанат Хасбика, причем здесь Хасбик, ты куда пропал? Абдурозик. Вы за кого? Пишите в комментариях, за Хасбика или за Абдурозика. Ладно, все, лайки, подписочки, колокольчики. До новых встреч, да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.